Российская компания «Орсагрупп» запустила сразу в трех городах нашего региона – Мончегорске, Оленегорске и Ковдоре – финальную распродажу верхней одежды. Только до 1 сентября можно купить по летним ценам вещи европейского качества. Нордическая выставка – спецпроект для северных городов России. На этой неделе она работает одновременно в трех городах Мурманской области. Это заключительная распродажа с новыми демисезонными и зимними коллекциями. Таких моделей в продаже из-за прекращения поставок уже не будет. Кроме этого, остаток распродается с большими скидками. Для начала нужно понимать, откуда товар и почему такие скидки. С 2022 года Евросоюз пытается наказать Россию санкциями. Но, как говорится, еще посмотрим, как они без нас. И получается так, что они сами себя и наказали, принудив свои компании покинуть российский рынок, закрыв товарооборот с Россией, и эти же компании не могут вывести обратно свою продукцию. И в данное время у нас с вами есть такая возможность приобрести эту продукцию со скидкой до 70%. Здесь представлены канадские пуховики, парки и кожаные куртки из Германии и Италии. География производителей обширна. Всего более 300 моделей. Эта одежда выдержит даже самый суровый мороз, но главное, в залах представлены только новые коллекции. Мне брали курточку с меховушкой. Классная куртка, спасла очень сильно. И летом очень хорошо в качестве плащика. Зимой пристегнула меховушку, носила уже в качестве теплой курточки. Вот. Ну, сейчас вот примерили две. Да, две кожанки взяли, так что спасибо ребятам. Заезжайте к нам еще. В вашем магазине брали куртки уже не первый раз. Ребята супер, отзывчивые, добрые, веселые. Куртки тоже супер класс. Спасибо большое. Приезжайте к нам еще. Я вот не первый раз беру. В прошлом году у вас брала пуховик, и в этом году вот взяла курточку пальто. Большое вам спасибо. Я купила себе куртку. Очень рада. Спасибо, что приезжаете к нам. Ждем вас еще к нам в гости. Только 5 дней с 28 августа по 1 сентября включительно с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена сразу в трех городах нашего региона. В Мончегорске, на центральной площади, в торговом доме «Дружба» по адресу проспект Металлургов, 34, первый этаж. В Ковдоре на Кирова 10, в бывшем магазине «Связной». И в Оленегорске на Ленинградском проспекте 5, на первом этаже слева от магазина «Магнит». Время работы здесь с 11 до 19 часов.